Психиатры всей планеты сейчас пришли к выводу, что селфи – это диагноз психиатрический. Даже вот готовы лечить от него. Да, ребята, которые лезут там на шпиль ради экстремального селфи, могут быть отстреляны ФСБ, могут упасть, разбиться, и сколько им погибают, да. Мне кажется, это большая дурь, и опять же, привлечение к себе внимания, также точно можно себе, ну, не знаю, увечья какие-то наносить, и также точно вот так будет реагировать интернет. Хотя каждый раз нужно что-то новое изобретать для того, чтобы увеличить количество голосов на своей страничке. Но вот зависимость от вот этих вот сердечек, это те, кто не доигрался в куробойку, когда были гаджеты детские. Помните, там было «Ту-ду-ду-дун, победа, звезды, молодец, она-она». Вот. И в первом классе, когда уже сейчас бедные учителя, им теперь приходится учить своих детей. Васенька выступил правильно. Давайте Васе поаплодируем. Другие мы берем тактики вербальной системы, чтобы ребенок услышал шум своей победы. А сердечки, я даже смотрю сейчас звезды. Селфи это модно, все друг с другом, чем больше залезли, кривые, косые, неважно, что мы все вместе. Это фиксация момента, это, наверное, это заявление планете «я есть». И если это не доходит до маразма, сейчас даже есть четкая статистика, если ты сделал 20 фотографий в течение часа и выставил только одну, ты здоров.